Всем привет! В эфире телепроект «У станка шоу». Наши участники – успешные и состоявшиеся люди. Им нужны новые эмоции. Мы гарантируем им перезагрузку на 100%. В рубрике «Трудотерапия» наши герои пробуют себя в различных профессиях. Рубрика «Экстрим» – это полный спектр ощущений. А герой нашей следующей программы – Дмитрий. Давайте с ним познакомимся. Дмитрий Анпилогов, директор туристической компании «Лагуна Тур», в которую входят офисы «Пегас Туристик» и «Натали Турс». Также он является председателем гильдии турбизнеса при торгово-промышленной палате Саратовской области. Очень позитивный и увлеченный человек, играет на саксофоне и гитаре. Ведет спортивный образ жизни, зимой горные лыжи, летом ролики. Женат, воспитывает дочь. Так Дмитрий начинает свое бодрое утро. В начале прекрасного весеннего дня хочется еще покататься на роликах, однако наш герой вынужден отправляться на работу. Впрочем, почему вынужден? Судя по всему, он делает это с радостью. Первый адрес, куда мы отправляемся – центральный офис «Лагуна Тур». Здравствуйте, девочки! Доброе утро! Так, Рома, это наша главная достопримечательность. Экзотические страшные животные, как змеи. А здесь у нас сплошной релакс. Пруд, черепахи, рыбы. Все, решено. В такой атмосфере невозможно не приобрести путевку. Еду отдыхать. Почему нам доверяют наши туристы? Помимо того, что мы существуем уже больше 18 лет, и за все время нашей репутации не было нанесено ни малейшего ущерба, в наше тяжелое время мы являемся стабильной и устойчивой компанией. Дима направляется в другой офис компании «Пегас Туристик». Кажется, сотрудники обожают своего директора. Каждый его визит – это маленький праздник. Наш герой шутит, жонглирует апельсинами и, похоже, это только стимулирует работу девушек. Кстати, офис «Пегас Туристик» признан лучшим в Поволжском регионе. Тур по офисам компании «Лагуна Тур» – занятие не быстрое. Впереди еще один филиал. Привет, девчонки! Не ждали, а я пришел. Это наш офис «Натали Турс». В каждом из офисов можно получить профессиональную консультацию и купить желанный тур. От других фирм «Лагуна Тур» отличает непередаваемая атмосфера отличного настроения, которая обычно появляется в начале любого путешествия. Готов к испытаниям? Я всегда готов. В этих конвертах задания по трудотерапии. Выбирай. То, что ближе к себе возьму. Можно смотреть? Можно. Нужно. Что-то там. Это я должен сделать? Задание трудное, но преодолимое. Не вопрос. Ранним утром наш герой прибывает для выполнения задания в автошколу «Мастер». Дима бодр и настроен решительно. Дима, привет. Привет. Сегодня ты проходишь трудотерапию здесь, в автошколе «Мастер». Замечательно. Сегодня у вас будет непростой день. Я готов. Антон проводит краткую экскурсию по офису, показывает хорошо оборудованные классы, учебные тренажеры и пособия. Сегодня вам предстоит ответственная работа, побыть в роли преподавателя. Обучать вы будете обычного рядового нашего ученика, девушку. После одного вашего урока нужно будет ее научить проехать просто змейку. Я готов. Дмитрий незамедлительно приступает к выполнению задания. Знакомится со своей ученицей. Девушку зовут Анфиса. Она прослушала теоретический курс, и сегодня у нее первое практическое занятие. А почему ноги две педали? Я как-то буду нажимать. А я застрахован. Поехали. Господи, нет! Крути, быстрее, снимай, снимай. Как тормозить? За первый успешный опыт испытуемые получают памятный подарок от директора автошколы. Рабочий день нашего героя не закончен. Нужно еще провести инструктаж для следующей ученицы – Ирины. Ирина прокатнула Диму с ветерком. Оказалось, автошкола «Мастер» подготовила для героя розыгрыш. На самом деле Ирина – профессиональный автоинструктор. Пожалуй, за сегодня это лучшая ученица. По статистике, у учеников автошколы «Мастер» высокий процент сдачи экзаменов. Учебное заведение имеет 3 собственных автодрома, 7 филиалов по городу, современные автомобили для обучения. А самое главное, здесь работают профессиональные автоинструкторы. С ними надежно и не страшно. Своих учеников и особенно учениц они готовы катать буквально на руках.
Дим, а в этих конвертах экстремальное задание. Выбирай. Возьму тот, что дальше. Жажда слова меня пугает, скорость тоже. Какой русский не любит быстрой езды? Команда «Лагуна Тур» и «Волгофильм» решают устроить крутой поединок в картинг-центре «Адреналин». Мне очень нравится. Здесь так брутально, так все серьезно. Здесь чувствуется, здесь есть запах металла, гари, сажи. И здесь хочется победить. Дело гуляет смело. Это место имеет совершенно правильное название. Здесь высвобождается адреналин. Вроде кажется, ничего такого, игрушечные машинки, а вот сядьте, покатайтесь и попробуйте, как это классно. Дима, а в этих конвертах приятный сюрприз за все твои испытания. Выбирай. С вашего позволения я выберу серединку. Так, на букву «М». Релакс? А что это такое? Сейчас узнаем. Дима получает эксклюзивную релакс-процедуру в спа-центре «Фиджи». Сауна и джакузи снимают мышечное напряжение и стресс. И тут начинается волшебное действие. Лед, виски, огонь – все это не только красиво, но и очень полезно для кожи и сосудов. А массаж в четыре руки уносит нашего героя в райское место, на далекий остров в океане, и мы долго не можем вернуть нашего героя в реальность. Это удовольствие хочется получать вечно. Я бы отсюда вообще не уходил, но пора, наверное. Чаепитие после релакса тонизирует Дмитрия и придает сил для продолжения дня. Спасибо, что в вашем центре уютно, красиво и душевно. Я это очень ценю. День меняет ночь, но неизменно в старом городе распахнуты врата. Стол давно накрыт и непременно ждет старинных улиц теплота. Мы встречаемся с нашим героем в этом прекрасном ресторане. Дмитрий приходит на встречу со своей дочерью Дашей. Мы обсуждаем итоги испытаний, вспоминаем интересные моменты. Дима постоянно шутит, оставаться с ним серьезным просто невозможно. Вполне заслуженно он получает грамоту участника у станка шоу. Девчонки, спасибо большое. Мне крайне приятно получить из ваших рук эту грамоту. Для нее найдется самое почетное место в моем кабинете. И мне так жаль, что эти две недели пролетели так быстро. Съемки передачи отнимают немало сил. Нам предложили их восстановить с помощью вкусных шедевров от поваров старого города. Саджичи – азербайджанское блюдо, приготовлено по старинным национальным рецептам. Мясные деликатесы в этом ресторане просто божественны. Даша предпочитает диетические изыски из рыбы. Сибас вне конкуренции. Ресторан «Старый город» вручает карточку гостя. Надеемся, вам у нас очень понравилось. И рады будем видеть вас вновь. Спасибо большое. Пожалуйста. Мне действительно здесь очень понравилось. Я здесь далеко не первый раз, а сегодня со своими друзьями, коллегами. А теперь я буду гораздо чаще здесь появляться. Наша встреча завершается чаепитием из настоящего самовара с углями, с домашним вареньем и восточными сладостями. Наш выпуск подошел к концу. Все, что осталось за кадром, смотрите в свежем выпуске журнала «Дорогое удовольствие». А все фотоотчеты со всех сюжетов смотрите на сайте «Бутик-64». Если вы хотите стать партнером или участником нашей программы, звоните по телефону 601-900. До встречи. Все. Хочешь удивить свою половинку? Сделай предложение руки и сердца в эфире телеканала ТНТ. Твой поступок оценят все. Звони, телефон 600-105.